Добрый вечер. В эфире телеканала «Астана», программа «Статус-кво». И сегодня у меня в гостях основатель цирковой династии, артист цирка, маг и волшебник Карим Утурганов. Добрый вечер, Карим ага. Добрый вечер. Очень рада видеть вас в Астане, в нашей студии. Я знаю, что вы в Астане у нас не случайно. Уже несколько лет подряд вы приезжаете в столицу, чтобы решить очень важный вопрос. И я бы сказала, даже такой болезненный, да, немного? Ну, для меня это да. Очень даже болезненный. И болезненный он не потому, что там это связано чисто с эгоизмом и прочим. На мой взгляд, это все-таки больше связано со справедливостью. Потому что в 2006 году подавали на звание на сына Нурмата и на меня, но в документах не значилось сын и отец, значились только артисты и режиссер. Но так как работники отдела вот этого наградного позвонили и сказали, что мы в одну семью два звания давать не можем, хотя такого в законе нет. Звание заслуженного деятеля. Деятель, да. Поэтому сказали, вы уж, пожалуйста, выбирайте, кому. Но в силу того, что я буду откровенным, честным, просто вот гражданская позиция мне в ту пору сказала, что надо уступить, потому что в 54 года, ну какое звание, да, ты никого не удивишь, а вот 22 года – это открытие. И я решил, что в эту пору, значит, должен получить молодой артист Муратик, и он получил. Карим ага, ну вам сегодня 60 лет, да. И вы являетесь, то есть династий цирковых в нашей стране не так много. Да, их то очень есть буквально мало. Буквально вот сколько у нас? Досбатыровы, я знаю. Досбатыровы, еще? Вот врать не буду. Ну, то есть, видите, даже получается, вот мы, в принципе, и не знаем, да, то есть известных цирковых династий у нас в стране получается всего две. Это вот династия Досбатыровых, да. И династия Мутургановых. Да, я, честно, больше не могу назвать. Вам 60 лет, и вы до сих пор не являетесь заслуженным деятелем Республики Казахстан. Ну, я не только не заслуженный деятель, я даже почетные грамоты от министра не имею. Я вообще ни одного документа государственного не имею, в смысле, ну, благодарности. А хотя сын у меня имеет почетную грамоту президента, заслуженного деятеля. Дело же не в том, что это мой сын имеет, а я не имею. Вопрос другой, просто есть закон, и мне хочется все-таки, я вот законопослушный, я хочу, чтобы все было по закону. Поэтому в этом году я уже, честно скажу, два года назад я когда позвонил в отдел, мне прямо откровенно и честно сказали, вы же, пожалуйста, там это, больше не обращайтесь, даже и не будем даже рассматривать. Но я встретился с хорошим юристом, который мне разложил по полочкам, и я пытался найти там, есть ли в этом законе, там нет такого, в одну семью два звания, три звания, там есть только артист, заслуживший перед Родиной, имеющий ходатайство. И в этом году... А кто вам так сказал, что в семье не может быть два заслуженных деятеля? Они не называют свои фамилии, они звонят и говорят, вас беспокоит наградной отдел. Я говорю, очень даже приятно. И потом, значит, идет разговор такого плана. А возмущайся, не возмущайся, это же телефонный разговор. Ну, в конце концов, я подумал, знаете как, однажды, это было давно, уже такого плана нарушения произошло, когда Мурату, значит, по поводу присвоения звания еще обратились 8 организаций Казахстана. И единственное только... Коллектив казахского цирка написал протест, что мы вот 20 лет отработали, мы против того, чтобы какой-то молодой мальчик имел звание. И тогда за подписью за министра пришел документ, где говорилось о том, что ему нету 16 лет, и мы не можем рассматривать звание. Он не является гражданином Казахстана, а он гражданин Казахстана с самого рождения. И вот благодаря тому, что я попал на прием к Имангали Тасмагамбету, спасибо ему большое, который помог все-таки встретиться с президентом, и президент по закону все это поставил все точки над «и». И в 10 лет молодой артист, имеющий 6 международных наград, имеющий трудовую книжку 6 лет, занесенную в Книгу рекордов, был награжден почетной грамотой президента. Но вот смотрите, не имея от государства ни одной награды, да, правительственной, да, не имея заслуженного деятеля, звания заслуженного деятеля Казахстана, вы, тем не менее, живете в нашей стране. Да. Хотя вы могли работать в любой другой стране и за рубежом. У нас цирк, к сожалению, не так популярен, да?
Все, что касается цирка, да, вот я люблю говорить о цирке мировом. О казахском цирке я бы не стал говорить. Почему? Потому что, буду откровенным, например, какое-то действие происходит. Нельзя же говорить, что там не двигаются, не работают, не процветают. Не, ну в цирке мы ходим, но мы ходим в основном на гастроли. Да. Вот я на вожу своего ребенка на гастролеров, да. Вот, да. Но, конечно, оставляет желать лучше качество казахстанских артистов. Ну, я думаю... Не, ну почему? У нас артистов много. Я так понимаю, что артистам цирка тяжело, да? Ну, чуть-чуть есть такое, но не только казахским артистам, казахстанским тяжеловато во всем мире артистам, потому что сегодня как-то отношение к цирку немножечко поменялось. Но я вас хочу успокоить. Вот, по крайней мере, что касается Алматы, да, вот Акимат, я особенно отдел культуры, да, вот, спасибо Кайрату, очень печется за... цирковое искусство, очень печется, и очень много есть положительных моментов, и есть сдвиги, и в ближайшем будущем изменения, скажем, именно в творческой... Но это же ужасно, что это все зависит от определенного человека. То есть сегодня стоит там Кайрат Кульбаев, да? То есть у него, видимо, есть дети, и он хорошо относится к цирку, да. Он поддерживает. Завтра придет другой человек, который не очень хорошо относится к цирку, да, и будет другое отношение. Это же плохо, что это зависит от человека, а это же должна работать система. Это ужасно, не то, что плохо, я с вами согласен. Но мне все-таки кажется, что это связано чисто с гражданской позицией. Чем больше будут все-таки казахстанцы гражданами своей страны, тем больше будет вот этих положительных моментов. Что вы подразумеваете, когда вы говорите, что чем больше казахстанцы будут чувствовать себя гражданами? Я считаю, что у нас нету пропаганды и воспитания именно гражданской позиции, патриотизма. Это мое личное мнение. Потому что, посмотрите внимательно, вот смотришь концерты, да, и как только... Редко-редко прозвучит песня о родине, редко-редко прозвучит какая-нибудь серьезная песня. И если кто-то предложит, не формат, надо что-нибудь такое, Учкудук, там, или там девочка, которая ходит голая, или там про яичницу, вот это формат. И на мой взгляд, это неправильно, потому что если мы сегодня, и вот используя телевизор сегодня, не будем все-таки воспитывать в плане патриотизма, вот посмотрите, любой голливудский фильм, да? В финале обязательно. Патриот-американец. Вот он только спасает мир. Но надо же себе представить, да? А у нас редко. У нас немножечко есть неправильное понимание отношения, мне кажется, к патриотизму и гражданственности. Иногда я недавно встретил человека, который говорил, что нужна казахская идеология. Как она может быть казахской? Идеология есть одна, человечная, да, вот, допустим, есть идеология фашизма, есть идеология демократичности, есть идеология, да, а национальная, она не может быть идеологией. Национальная есть культура, национальные есть обычаи, национальные традиции, их надо развивать, их надо пропагандировать. А при чем здесь идеология казахская? Я вот это не понял. Я понимаю идеологию человечности. Или мы за мир, за дружбу, или нет. Мы лучшая раса, остальные все хуже, мы лучше всех. Вот, пожалуйста, пример фашизма, допустим. Поэтому я думаю, вот написание моих песен и выпуск будущего альбома, он именно построен на гражданской позиции в том плане, что... Я не стесняюсь говорить о своих чувствах к родине, я не стесняюсь говорить о своих чувствах городу, к моему любимому Алматы, но я не говорю, я не стесняюсь говорить о моем уважении к городу Астане. Да, это столица, это мощь, это лицо нашей страны, но любимый город Алматы, и никуда я от этого не денусь. Карим ага, ну вы долгое время жили в Москве? Да. И сколько лет вы жили? 30 лет. 30 лет. И вам не кажется, что, может быть, вы до сих пор не получили этого звания, потому что считают, что вы полжизни провели в другой стране? Нет, я звание не получил не из-за этого, из-за того, что человек сказал, что, ну, имейте совесть, мы сейчас два звания в вашу семью, а другие артисты останутся без звания. Вот какой торг пошел, не из-за этого, угу. Правда. А почему вы решили вернуться? Я вам скажу, что когда мы работали в Италии 4 года, было предложение мне остаться и открыть там школу итальянского. А до этого как-то так вот... А, после этого я приехал и встретился с президентом, и президент говорит,
Ну что ты все со своими детьми возишься? Что мало талантливых казахстанских детей? Почему ты не сможешь с ними работать? Я тогда откровенно, честно сказал, Нурсултан Абишевич, у меня мало опыта еще, я еще молодой. Давайте я поезжу по миру, поставлю детей на ноги. Я вам обещаю, я вернусь на родину и открою школу и буду заниматься детьми. И вот это обещание, потому что, знаете, как-то в одной передаче я... сказал по поводу того, что мы решали проблему, хорошо ли живется в стране. Я сказал, да, хорошо. И знаете, большое спасибо хочет сказать Нурсултану Абишевичу, да, за это. И после этого очень нехорошие толки. Смотрите, он прям президент, какие слова говорит в эфире. Вопрос же не в том, что я чего-то сейчас, в свои 60 лет, да я еще должен там чего-то кому-то лебезить. Да. Нет, это вопрос откровенный, если и честности. Я тогда ему дал обещание, я это обещание не выполняю, потому что для меня это кумир. Я знаю, что школа циркового искусства – ваша мечта. Да. И вы говорите о том, что вы дали президенту обещание, что вы когда-нибудь откроете эту школу. Я знаю, что вы хотите открыть эту школу именно для детей-сирот. Да. Но вы до сих пор ее не открыли. Я хотел. Сейчас я уже не хочу. Почему? Потому что... я творческий человек, я хочу творить, я хочу заниматься, но не пробиванием, я устал пробивать, доказывать, что... Потому что это же деньги, Ну, детей надо содержать, надо их... Причем, чтобы они были чистенькие, опрятненькие, чтобы они... Вот я опять возвращаюсь к... Нет, если открыть школу-интернат для детей, кто хочет обучаться цирковому искусству, да? Хочу. То есть если бы вы открыли такую школу, я думаю, желающих вот обучиться этому искусству, наверняка среди детей, которые растут без родителей, много. Да их море. Я в свои 60 лет написал в Акимат Алматы, в Акимат Астаны. Я хочу для себя лично, для своей души, я хочу сделать благотворительные акции от себя лично. Двухчасовое шоу. Пожалуйста, обеспечьте мне техническое, значит, все действие для выступления благотворительное для детей-сирот. Алматинский Акимат говорит, а что вы от нас-то хотели? А астанинский акимат, он нашел мне 4 детдома. Я сюда прилетал в свои 60 лет, ну, 14 марта. Я отработал здесь 4 детдома. Я посмотрел на этих детишек. Вы знаете, среди них есть талантливые. Знаете, какие есть хорошенькие? Да вы что, из них можно таких мастеров сделать? И я бы с удовольствием сделал. Но я сейчас, я вот эти годы, я ходил туда, я ходил сюда, и все говорят... молодец, это надо. Но ахшажок. И тот, кто может что-то решить, он говорит, вот не время, кризис, там, ну, много всяких дел. Я немножко, честно, устал. Может быть, это когда тебе 20 лет, ты еще энтузиаст, там попрошайничать можешь, там. Это получается попрошайничать, честно. Я уже устал, я не хочу, вот правда. И я вместо творения... я должен заниматься, искать спонсора. Ну, так могут годы пройти, а спонсора не найти. А давайте что-нибудь сейчас в студии сотворим. Ну, я бы с удовольствием просто, я чуть-чуть это волнуюсь. Сейчас соображу чуть-чуть так. Не волнуйтесь, Карима. Да, спасибо большое. Давайте убери вот это. Можем дальше продолжать. Карима, как вы это делаете? Я не знаю, вот само получается. Вы говорите, что вы не получили ни одной тенге от государства, да? Да. Про награды мы уже сказали, про звания мы уже сказали. А чем вы занимаетесь сейчас? Корпоративами. Ну, чем еще сейчас артист занимается, если так, по большому счету? Нет, корпоративы, это, в смысле, на сегодняшний день, если раньше были у нас какие-то определенные гастроли, да, маршруты, сейчас никто этим не занимается, и этого нету, поэтому артист любого жанра, он сейчас выживает за счет корпоратива. Но вы в цирке сейчас не работаете? Нет, когда есть программа, когда нас привлекают, мы всегда готовы. Вот, скажем, там в квартал, да, сколько раз выступаете в цирке? Ну, как только казахский коллектив работает, если наставлять программу, мы работаем. Если на сегодняшний день найдут какой-то контракт хороший, допустим, поехать работать за границу, бога ради, готовы. Но в настоящий момент, по крайней мере, я готов, потому что, может, сейчас на административной работе, а так как я переквалифицировался и фокусник, я могу хоть завтра выехать. Вопрос другой. Но
мне кажется, неважно, артист какого-то жанра. Ты можешь быть артистом там, вокального жанра, можешь быть артистом циркового жанра. Главное быть артистом. А вам не обидно, что вам приходится сейчас работать на корпоративах и зарабатывать таким образом, а не гастролировать по стране, да? То есть, знаете, в 90-х годах... Не на арене цирка. В 90-х годах было обидно, в 90-х годах, когда работали для ребят, которые это... На сегодняшний день, вы знаете, вот люди, которые могут оплатить корпоратив, это люди состоятельные, да? Но они-то состоятельны через свои мозги. Они сегодня очень культурно образованы. Мне не стыдно. Честно, я вот сейчас прихожу на корпоративы, и очень достойные люди, правда. И мне приятно даже для них, вот я это обзываю, разводить их, ну там веселить, разводить. Мне приятно, потому что... Попробуйте меня сейчас развести. Вот их я развожу, а вас я лучше буду учить. Хорошо. Значит, нужно делать... Ну, Каримага, у меня не получится. Получится. Вы думаете? Все дело в красоте, честно. Вот смотрите. Просто нужно вот так вот направить свой взгляд. Вот так вот дунуть. И веревочка стоит. А потом сделать вот так. Репетируем. Ой, Каримага, я не знаю. Что это получается, вот обычная веревочка. Обычная, да. И я должна ее... Да, сделать так, чтобы она стояла. Да. То есть я должна очень сильно захотеть, чтобы она стояла. Да. Хорошо. Давайте еще раз. Итак, я очень хочу, чтобы эта веревка стояла. О, она стоит. То есть, в принципе, фокусом можно научиться. Конечно, если захотеть, если трудиться. Каримага, ну вы этим занимаетесь уже сколько лет? Я где-то 6-й год. А до этого? Я до этого работал клоуном. А фокусами я занимаюсь всего 6-й год, и это случайность просто. Мы работали в Париже полгода, и как раз там предложили нам контракт в Тайвань на год. И мои дети решили самостоятельно поехать, а мне надо было вернуться в Москву, у меня дела, и я оставался без работы, потому что у меня программа была построена только на троих. У меня для себя лично ничего не было. Я остаюсь, как я буду жить. И я во Франции начал быстренько увлекаться фокусами. И приехал в Москву. Я пошел в клуб фокусников российских. Показался. Меня зачислили. Я сейчас, я не знаю, кто еще из Казахстана есть, но я там член, официальный член Ассоциации российских фокусников. То есть, в принципе, через 7 лет я тоже могу стать фокусником? Без проблем. Но я знаю, что вы единственный... В Казахстане клоун дипломированный. У вас есть диплом. Это правда. Это правда, да. Потому что есть ребята, которые закончили студию московскую, но это не... Это разные вещи. Дело в том, что на сегодняшний день я могу сказать, что я закончил академию клоунады. Выше циркового московского училища ничего больше нет. Поэтому у меня диплом Академии циркового искусства. А вы знаете, что московское училище в свое время было самая лучшая школа в мире. Потому что и многие не знают, что мы в свое время были самый лучший цирк в мире. Это был советский цирк. И к моему счастью, к счастью моей семьи, мы в эту пору попадаем в десятку лучших клоунов Советского Союза. К сожалению, сегодня советского цирка нет. Да. А о казахстанском цирке мало что известно за рубежом, я думаю, да? Но вот есть цирк Дюсолей, да, который стоит, я знаю, что билеты, когда вот приезжали, по-моему, не с гастролями в Астану, билеты стоили просто бешеных денег. Да, да. Но, вы знаете, я скажу такую вещь, что я за все формы там, и за форму Дюсолей, и за формы классического цирка и прочее, но я не сторонник Дюсолей, сразу скажу, я не сторонник. Это мое личное мнение. Почему? Потому что... В основном Дюсолей могут посмотреть люди состоятельные. И они летают в Лас-Вегас, потом приезжают в Казахстан. Я видел Дюсолей. Я когда их спрашиваю про артистов, они ничего не могут сказать. Они говорят, цирк Дюсолей, это что-то. Я говорю, конкретно, там такие эффекты, там такие эффекты. То есть 250 миллионов вложений. О, какое отношение это имеет к артисту. Вот если взять классический цирк, да, вот наш, тот советский, мы смотрели, как актер... С партнершей играл глазами, как он играл тело, какая была драматургия, да, было все понятно. И
Я больше люблю все-таки шапито. Я люблю маленькие цирки, потому что, когда виден актер... Вот смотрите, какая вещь. В свое время Ленин Гибаров, да, покойно работал, вот через пластику, как он показывал, даже спиной, если он что-то делал, было все понятно. Вот я за такой цирк, да, чтобы вот персонажи, образы, они настолько были понятны. Сейчас вот Дюссалей смотришь, непонятно, что за образы, все пестрит, все это все равно, что когда-то в Лондоне, по-моему, симпозиум был по поводу того, что заменит ли когда-нибудь компьютер книгу, обсуждали эту тему, и покойный Айтматов сказал: никогда. И я с ним полностью согласен. Карим Ага, но сейчас вот ваш сын является руководителем, да, алматинского цирка. Он замдиректора. Он сейчас замдиректора. Да. По-моему, в начале этого года, да, был скандал, связанный с его именем. Да. По-моему, коллектив цирка написал письмо, чтобы Мурата Мутурганова отстранили от должности. А с чем был связан этот скандал? Я буду откровенен. Я в эту кухню не лезу в том плане, что я знаю только одно. Молодой человек, он все-таки не с улицы, он цирковой. Он пришел для того, чтобы что-то привнести новенькое. Кого-то это не устраивает, новенькое. Поэтому и пошли вот эти все разборки и прочее. Есть только одна неправда в другом. Когда были эти выступления, что мешает, отстранили, ни одного пункта нарушения, мешания, вот конкретно кому-то, чтобы он помешал творить, нету. Я не понимаю это. Вплоть до того, что, буду откровенно, значит, в том плане, что они написали Олегу Константиновичу Попову по поводу того, что объявился такой мальчик, такой бессовестный, такой нехороший, и что вот он мешает казахскому цирку там и прочее, прочее. И Олег Константинович... Я этого не боюсь, не стесняюсь. Я говорю на весь Казахстан в том плане, что непорядочный человек. Я его знаю очень давно, поэтому имею право на это сказать. Почему? Потому что... А кто это Олег Константинович Попов? Попов. Народный артист СССР. Это клоун, который живет сейчас в Германии. Он написал такие непорядочные вещи, как, например, этот мальчик... Врун несчастный, такой сякой, плохой, он там кого-то обижает, он что-то там, это будучи там, в Германии. Он пишет из слов информацию, которую послали дирекция алматинского цирка. И конкретные факты я вам сейчас скажу. Никакого музея в Америке нету, никакой книги рекордов нету, этот пацан все врет. У меня дома лежат конкретные документы, сертификат, присланный из Америки. Книга напечатанная, государственная книга, где вот так вот листаешь, там это факт. Как это получается, что я врун, что ли? Да кто он из нас врун? Если у меня есть документы. А зачем Олегу Попову поддерживать коллектив цирка? Это у него спросить. Зачем оскорблять человека, не за что? Во-первых, зачем клеветать? Он оклеветал, получается, меня. Если бы я все-таки был бы базарным, я бы сейчас подал бы в Верховный суд, честное слово, за клевету. Я